секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Мастер симфонии», посвященная 140-летию со дня рождения композитора Николая Мясковского. Николай Яковлевич Мясковский – один из крупнейших симфонистов первой половины XX века, музыкальный педагог и критик. В его творческом наследии 27 симфоний и 15 крупных симфонических произведений, 2 инструментальных концерта для скрипки Ленина с оркестром, 2 кантаты «Киров с нами», «Кремль ночью», 13 струнных квартетов, более 100 фортепианных произведений, свыше 100 хоров, романсов и песен. После войны в 1919 году Мясковского избрали членом правления коллектива «Московских композиторов». Он был талантливым педагогом, признанным главой Московской композиторской школы. С 1921 года на протяжении 30 лет Николай Яковлевич преподавал в Московской консерватории. Между двумя мировыми войнами симфонии Мясковского пользовались большой популярностью и исполнялись основными американскими и европейскими оркестрами. В экспозиции представлены книги, монографии, статьи из журнала, воспоминания современников о жизни и творчестве Николая Яковлевича Мясковского, нотные издания симфонических произведений. Среди книг особый интерес представляют следующие издания: «Белогруда» Николай Яковлевич Мясковский, критик; «Гулинская» Мясковский; «Конин» Мясковский, жизнь и творчество, письма и воспоминания, критических отзывов; «Прокофьев» и Мясковский, переписка и другие.